Вот, мы с вами попробуем сделать носогубные складки, да? Ну, раз у нас уже модель пришла, да? Вот, и проработать, вот где у нас эта подвижность, складчатость, да, вот эти области, да? Угу. Вот, поэтому. Смотрите, у нас носогубная складка. Она у всех идет по-разному. У кого-то к окончанию, да, к крыла носа, к нижней части. У кого-то наверх, у кого-то к середине. Здесь вот он залом. Вот он залом, да? Это наш центральный вектор, откуда мы должны начинать. То есть мы отмеряем иголочку, да, и где окончание, мы входим. Здесь самые неприятные участки, Евгения, потерпи. Вон золотой. Вы живы? Угу. Верно, да? Угу. У Евгении достаточно пористая кожа, поэтому я ушла чуть-чуть поглубже, чем дерм. Ну вот смотрите, один из признаков. Евгения, не убегайте от меня, мой золотой. Один из признаков того, что вы в дерме. Сейчас я вот салфеточкой вынимаю. Пациент стучит ножками, ручками и хочет от вас бежать. Если вы в гиподерме, это будет вообще практически бесчувственно, да, да, нечувствительно, потому что там нет нервных окончаний. Угу, живу. Отдохну.